Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя и Влад. И вы на канале. Привет. И мы закончили на вот такой прекрасной ноте, и давайте продолжать. Так, мы кстати, я напомню, мы выбираемся с какого-то... Стадиона. Стадиона. Нам надо здесь пробраться тихо. Сюда у нас есть все еще пушка. Держите R1, чтобы бежать. И нолик, чтобы паркурить. Сейчас еще идет обучение небольшое. Да, все еще обучение. Ну, знаете, по, это, как всегда, по всем рандому всегда обучение идет. Ну, всегда вообще во всех играх. Где Джорди? Я свалил. Аллергия на копов и у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Мы поищем Кьюга отсюда. Он не мог далеко уйти. Найдем его. Реально они по-любому пусть суд стоит, не видится, но по-любому. О, тачка. Первый раз поедем на тачке. Бам. О, так, подожди, да надо почитать. R2 ускорение, L2 торможение, даже ехать не начали, почти уже время. Блин, заносит! Черт, заносит! Ну, сами сами. Сюда попробуем. Во! База, мы у него на хвосте, прием! Привет! База. Да, тут нам типа 5 звезд. Видите, в правом нижнем углу заполняется шкала. И... В общем, это как звезды. Сейчас мы будем. 5 как будто, да? Он может скрываться на парковке. База, объект должен быть поблизости. Ищем его. Вообще близко, да? Это же вообще близко-близко. Говорите за убежище. Ксей, да, я сразу к нему ехал. Осталось разговаривать. Но как? Ксей, да, думаю, после конца этого... После конца обучения мы, наверное, вне видео, думаю, попробуем подзаработать денег. Надо подождать. Там подкупим? Чтобы купить оружие, одежду более-менее. Также тачку можно было вызывать. Я просто тачки накупим. Я на сайте читал об этой игре. Там можно и одежду, кажется, можно менять. Только там будет просто обменять цвет. Я не знаю, я смотрю, что тачки тоже точно вызывают. А одежду тоже что-то можно с одеждой сделать? Я даже не помню. Вау, нифига, вы сейчас это видели? Он из заднего сиденья еще вылез вот так вот. Ну, короче, ты потом посмотришь еще раз на повторе, если не видел. Офигеть. Блин, непривычно, как GTA, нажимаешь быстрее XXX. А он прячется. Другие немножко, будто это используется. Ну ничего, привыкнем потом. Бывали такие игры. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Ты лезь вот остался. Он ведь придет, не как в тот раз. Джексон, я его звала. И где он? А у тебя правильный номер? Милый, твой дядя просто такой человек, но он нас любит, правда? А дядя, это его, кажется, брат. Или нет? Не помнишь? Я не помню, честно. Читали. Что там какая-то авария происходила.
Он что-то кому-то спит. Ладно. Не будем делать спойлеры. Мы же ставили. Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделюсь инфой. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сети ОС, кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. Даже ванная есть, смотрите, видите? О, навыки. Может, навык какой-то вкачать? Прокачать, чтобы мы смогли открывать гаражи. А мы сможем только это. Ну ладно. Только один навык. Очков доступно, кстати, мы можем 5. Давай что-то. Во, смотри. Увеличит количество денег, получаемых из лом банкомата. Прикинь, мы туда же людей сможем забрать. Давай прокачаем. Давай. Раз. Блин, там надо. Вот. Давай еще одну ячейку для аккумулятора, думаю. И еще мы можем одевать что-то. Управлять над поездами. Давай, хорошо. Тоже хорошая штука. Вот, все. А, тут прикинь, что тут есть взломы, бой. Нифига себе, устройство вождения. Классно, слушай. Давай как-нибудь сделаем после того, как мы пройдем игру. Если мы все не вкачаем, давай как-нибудь прокачаем все и покажем, что будет. Ну вы напишите в комментарии, вам будет это интересно, нет? Что будет, если мы полностью прокачаемся? Блин, у него тут все завалено. Конечно. Установим время. Че? Давай устанавливать какое. Кажется, я не могу больше изменять. А, вон. Что, давай 10 часов, думаю. Ну, сейчас снится. Вот, что произошло. И все равно. Я хочу в полный. Есть. Командир, курс на пол. Тише, все, тихо, давай смотри. Не, серьезно. А, вот серьезно, видишь? Слеза идет. Дорогие друзья, мне не вынести этот кошмар. Блин. Хочется думать о другом. Понимаешь, беззаботном времени, видела, когда она была жива. Но в голове только одно. Тот ужасный день. Нужно чем-то себя занять. Счастье в этом городе полно всякой швали. Разберусь с ними. Подожди, сейчас я у кого-то видел. Смотрите, мы уже... Да, смотрите, уж спасибо сети ОС. $980? Всего лишь брешь. Серьезно? В системе распознавания. Мы теперь и можем пойти с ней. Всех жителей у меня в кармане. Классно, да? Мы все-таки будут пойти. Так. Куда мы там? Блин, а как нам здесь пойти? Сейчас. Как он? На сенсор. Подожди, сейчас. Вот карта. Что у нас тут? Ничего вообще.
сейчас. Такая вот карта на репетизе. Да. Давай. Такое. А, вон куда. Сканируйте прохожих, чтобы выявить потенциального преступника возле убежища. Нам нужен именно преступник. Так мы есть преступник. А почему это тебя так? Он клянется, что ни при чем. Да, три женщины обвиняют его в домогательствах. Блин, три, правда? Слушай, я понимаю, он твой друг. Но тебе просто... Понятно, не то. Недавно купил пистолет. Эй, парень, ты как? Да он края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Преступникам нужно отслежу сигнал и найду его. Да блин, это пистолет. Так, урод, не убери пистолет. Хоть он даже с глушек. Бери чертов пистолет. Опа, ты галактический счет. Блин, вырубили музыку. Сюда доступно утром. Смотри, какая классная тачка. Это мне кажется, может. Ой, блин, мы ее помнили. Ого! Сгинь! Кстати, вы знаете, что тачка берёт? И она у вас открывается, и вы её сможете что-то проводить. Да, что-то я буду сказать. Что там вызывает? Вызывайте её как-то. Да, я ещё всегда не видел с этим. Он где-то здесь. Главное, чтобы не засёк. Дальше это дело техники. Нормально, мы вообще машину устали. Ага. Кажется, он тут рядом. Это здесь. Вообще если не палим. Если он станет действовать, то без палевных людей. Смотри, вот смотри. Походу, он за ней идет. Он совсем близко. 100 пудов. Эй, надо поговорить. Нам не о чем говорить. Мы расстались. Все. А вот и нет. Еще не вся. Отвали. Закричу. Сейчас я тебя. Нет. Я только на... Лучше не лезь. А ну иди сюда. Даже бежать не успел, убежать даже за дверь. Больше он никого не знает. Ладно, что ж, давайте, мы сделали это. Кстати, у нас есть репутация. Будем пытаться делать угрожение. Да, давайте прощаться. До новых встреч, до новой серии. Да, она выйдет очень скоро. Давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.